Всем привет, друзья! Я сейчас сходил на тренировку, сделал 6 подходов подтягиваний, 3 с весом, 3 со своим весом. Но в зале очень как-то вообще жарко там, смотрите, какая погодка. Огненная просто, градусов 11 у нас. И я подумал, зачем заниматься в зале, если можно позаниматься на улице? И пришел домой, помылся. Зачем помылся, не знаю, потому что мы сейчас заново пойдем в красивое место и будем тренироваться на турничке. И будет жестко. Красивое место, свежий воздух, все, огонь, погнали. Вообще, я сегодня хотел посмотреть, сколько я смогу выходов силой сделать, потому что я их уже не делал месяцев 5, наверное, потому что в зале у нас невозможно их делать, там потолок очень низкий, и, ну, примерно вот так, как у меня дома, и ты взлетаешь, и можно пробить головой потолок, поэтому я не делал. Посмотрим, сколько я сделаю. Естественно, эти выходы на 2 будут как не такие профессиональные, как у профессиональных там воркаутеров, которые делают с идеальной техникой, так, без раскачки, без всего. Посмотрим, как у меня получится, сколько повторений получится. Погнали! Единственная проблема, конечно, как я и сказал уже, что я уже 6 подходов подтягиваний сделал. И с весом, с дополнительным, и с весом со своим. И у меня, наверное, мышцы забились. Но это не остановит нас, потому что погодка хорошая. Нужно идти снимать контент, потренить. Очень классно. A place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Ну как вам местечко, ребят? Погнали тренить? Давно не делал, 6 для первого раза нормально, я думаю. Сейчас сделаю таких подходиков 5 и будет отлично. А, блин, я же забыл, я же еще подтягивание 6 подходов сделал на максимум. Поэтому такие результаты. Тем летом я делал вот таких грязных выходов силой где-то на 12-13 повторений. Думаю, на сухую, но сделаю где-нибудь раз 10 сейчас. Давно не тренировался, надо уже возвращать. Фух, будем тренить. Это был последний подход. Сейчас сделаю 3 подходика подтягиваний и будет бомба.
I'm gone to. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. Мозоли жестко задрочило, вообще болят, капец. Самое важное в этом деле не заболеть, потому что вроде так тепло, но не жарко. Солнце светит, пригревает, а вот ветер еще прохладненький, поэтому, не знаю, надеюсь, не заболею. И сейчас проверим, сделаю ли я в конце тренировки выходы силы и сколько, если сделаю вообще, потому что мышцы забились просто в хлам. Я уже подтягиваюсь 10 раз максимум. Давайте посмотрим. Я не вру, даже вот с инерцией не залететь. Жестко очень, мышцы забились. Все, ребят, пора собираться домой. Что-то уже прохладненько становится. Главное бы не заболеть. Просто очень сильный ветер начался, поэтому надо сматывать удочки. Любишь кататься, люби и велик в гору возить. А почему я его везу? Потому что у меня спустило заднее колесо. Не совсем, конечно, но все равно ехать очень сложно. Поэтому надо будет его накачать. А ну знаете, так время от времени, наверное, месяца через 3 после того, как накачаешь его, оно спускает. Я не знаю почему. Возможно, там какая-то очень маленькая дырочка есть. Прихожу такой домой, а тут Никитос сидит. Никитос, что делаешь? Ничего. Ничего не делаешь? Ничего. А чего у тебя пальма на голове? Это хвостик. Хвостик. Знаешь, такого похоже? Блин, забыл, как этого чудика с пальмой на башке зовут. Моргенштерн? Моргенштерн, точняк. Ты Моргенштерн. Я пошел, короче, гейнер атаковать. Никитос, будешь гейнер? Не хочет попробовать гейнер. Даже попробовать не хочешь. Не хочет качком быть. Это плохо. Короче, ребята, хороший гейнер. Надо его пить, потому что есть лень. Я вот пришел после трения. Тогда еще, когда в зал ходил, схавал пельмешей. Слишком много положил, поэтому немного не дохавал. Пошел туда, теперь вот надо гейнер выпить. И получается, считайте, что я каждые полтора часа ем. Камень. Йо! Что-то немного потекло не из тех дырок. Ё-моё! Обгадился малость вон на полу. Фу-фу-фу. Сковый мерзавец. Что-то там сладкий на все столы. Короче, сегодня пятница. Завтра суббота, и я поеду в Таллин снимать с крутыми чуваками, гимнастами контент. Они меня научат делать сальто, а еще покажут, как делать
двойное сальто сами. А еще покажут, как делать 360 на турнике. Надеюсь, будет круто. А этот видос, походу, выйдет там через неделю-две. Да нет. Почему? Думаю, выйдет скоро, наверное. Все, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И все, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!